Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится телефон Samsung Galaxy Note 20. И сейчас мы разберемся, какие секретные коды можно использовать на данном устройстве. Итак, мы уже открыли приложение телефон. Выбираем набор, чтобы у нас был доступ к клавиатуре. И можно начинать вводить коды. Звездочка решетка 06 решетка приведет нас к тому, что нам будут показаны два номера IMEI и серийный номер нашего телефона. Нажимаем ОК, чтобы выйти отсюда. После чего мы можем ввести звездочка решетка 0, звездочка решетка, чтобы перейти в тестовый мод. И можно будет попробовать разные прикольные темы. В общем, как-то так. Потом можно проверить настройки USB, нажав звездочка решетка 0808 решетка. Нажимаем ОК. Потом можно проверить версию оперативной системы. Звездочка решетка 1234 решетка. Можно также проверить расширенную информацию о версии. Введем звездочка решетка 2663 решетка. Так, пойдем дальше. Также можно зайти в сервис мод, звездочка решетка 0011 решетка. И по трем точкам тоже здесь будут дополнительные функции. Но, пожалуй, выйдем отсюда. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!